Всем привет, мы находимся на LAN-турнире в финальной части карты «Деньги по сети». Передо мной игрок команды NextKZ Mantis, представься, пожалуйста. Всем еще раз привет, меня зовут Ернар Уразбаев, под ником Mantis известен. Это онлайн, да, получается, все-таки чемпионат. Да. Расскажи, как давно ты играешь в ПОН и расскажи о своей команде. ПОН я играю не так давно, играю месяца, наверное, 3 от силы. Играю в команде NextKZ. Наша команда. Сегодня в первой игре вы играли против команды ФФС. Вы одержали одну победу, но проиграли во второй игре, и на этом матч закончится ничью. Расскажи о вашем поражении. Почему вы проиграли? Поражение сразу. Ну, не проиграли, потому что мы точнее вначале неправильно вообще исполнили. То есть мы как-то не обговорили в итоге. Не вместе, не слаженно сделали. В итоге провалились на этом. Ну, сильно проиграли начало, потом как-то вроде как выровнялись, но один фиг, то есть уже начало было проиграно, счет был 15-4, что ли. Было тяжело. Неделю назад вы играли в турнире G3 Series, где вы заняли второе место и выиграли $700. Расскажи о турнире, как тебе система, новая система проведения? Новая? Не особо, то есть там было всего 8 команд, то есть команд было меньше, игр было меньше, это наверняка какой-то плюс для меня, так как я не люблю играть, то есть такие игры по 10 минут, где, ну, как бы, где уже суть ясна, но в целом, ну, как бы, то есть мы, конечно, хотели большего, но, в принципе, результат был ожидаемый, то есть нам не хватило чуть-чуть, то есть, ну, мы меньше тренились, почти что даже не тренились, то есть так и должно было быть. Будете ли вы тренироваться, продолжать играть в ПОН? Нет. Почему? Лично я собираюсь играть в Доту. Думаю, остальные все тоже поддержат. То есть мы обратно уходим, как пришли, так и уходим. Значит, ты оставляешь карьеру Хонера, да? Карьеру Хонера я ложу на полк. Там же это карьера футболиста и все. На этом, наверное, мы закончим. Спасибо за интервью, передавай привет. Передаю всем привет. Да. Опять же, тем, кто все еще нас поддерживает, кто еще смотрит, кто наверняка ждет чего-то от нас. Надеюсь, мы скоро уже как бы, ну, на тех лапах. Все, пока всем. Спасибо.